миллионов человек в США посмотрели интервью Владимира Путина каналу Fox News. Как комментировали услышанное? Трамп ответил на критику, почему американский лидер считает встречу с Путиным огромным успехом и не считает нашу страну противником. До 10 лет лишения свободы грозит россиянке Марии Бутиной. Власти США, которые назвали ее русским агентом, не допускают к ней российских консульских работников.